23 декабря в университете Лобачевского состоялось очередное заседание ученого совета, первым пунктом повестки которого стало вручение диплома и мантии почетный доктор ННГУ профессору Сергею Зелетенкевичу. Позвольте совершить вот такое. Мантизация. Мантизация. Сергей Сергеевич нам не посторонний человек. В течение 5 лет он тесно сотрудничает с учеными нашего университета, являясь руководителем мегагранта правительства Российской Федерации. Сейчас работы по мегагранту уже завершаются, но благодаря активности Сергея Сергеевича выиграны новые проекты. В частности, только что получен новый грант Российского научного фонда. Поэтому работа, начатая здесь под руководством Сергея Сергеевича, будет и дальше продолжаться. Сергей Сергеевич Зелетенкевич – крупнейший в мире специалист в области физики окружающего мира, профессор Метеорологического института Финляндии, директор по науке Университета города Хельсинки, ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук. Звание почетного доктора университета присвоено Сергею Зелетенкевичу за выдающиеся заслуги в научной деятельности в области геофизики, метеорологии, океанологии. Я около почти 30 лет работаю в Западной Европе. И примерно 5 лет назад, в 2011 году, значит, я начал сотрудничать с Нижегородским университетом, и теперь практически половину времени провожу в России. Главное мое место в России – это именно Нижегородский университет. И я считаю, что это великолепный университет, прекрасный, значит, и что мне очень повезло. А в моей науке, я считаю, что просто лучшего места в России для меня нет. В рамках своего визита Сергей Зелетенкевич провел пресс-конференцию для журналистов нижегородских средств массовой информации и прочитал лекцию «Умный хаос. Турбулентность в климатической системе» ученикам школ университетского кластера. Научные культуры разных стран существенно отличаются. Ну, если говорить очень крупномасштабно, то отличаются американская научная культура, европейская научная культура, российская научная культура. Значит, они разные. И это прекрасно, потому что единообразие в науке, в искусстве, в любом творчестве – это гибель. Должно быть разнообразие.